Здравствуйте, уважаемый Виктор Анатольевич. Я очень рада вас видеть здесь, в Монреале. Мы с вами встречаемся уже третий или четвертый раз. Мой первый вопрос будет актуальный для тех, кто внимательно следит за событиями в России здесь и, естественно, в самой России. Вы знаете, что сейчас прошел ряд выступлений людей против мусорных свалок, вот против строительства храма в Екатеринбурге, в Тамбовской области и так далее. Как вы считаете, это начало какого-то изменения в политическом строе? То есть вертикаль дала трещину, и мы в начале хаоса? Или что это? Симптоматика довольно очевидная по разным направлениям, причем как симптоматика, так сказать, условно, екатеринбургская, так симптоматика, другая симптоматика, газета «Коммерсант», вполне лояльные журналисты, которые вдруг проявили некоторую профессиональную и человеческую солидарность. Накопилась усталость на всех уровнях от власти, накопилось раздражение. И, как сформулировал мой коллега, по-моему, Кирилл Рогов, сказал, что сформулировал замечательно, неожиданный бунт лояльных. Бунт коллаборационистов он даже сформулировал про «Коммерсанта». Бунт коллаборационистов. С чем это связано? Я думаю, что вот есть усталость психологическая, раздражение. Есть ощущение несправедливости. Если мы говорим о Екатеринбурге, Волоколамске, Архангельске, то несправедливость – это не юридическая категория, но она очень ясная категория. Ощущение тяжелой несправедливости происходящего витает в воздухе российском. И это уже гораздо ближе к бунту, к непослушанию, к распаду государства, чем к изменению правил. И это и хорошо, и плохо. Хорошо, что перестали терпеть, хорошо, что начали выходить, хорошо, что не боятся настаивать на своем. Но это не требование, заметьте, Архангельск, Волоколамск, Екатеринбург, это не требование политических перемен. Это бунт, связанный, это дарвинизм. Это не либерализм, это не либерализм, это дарвинизм. Людей просто взяли в буквальном смысле за горло. Нечем дышать, да, в Архангельске, в Волоколамске. Свалки возят, нечем дышать, детская онкология. Людей просто вперлись к ним, вот их сквер, где они гуляют с детьми, вперлись со строительной площадкой и так далее. А это уже идет вторжение просто буквально в жизнь. И это уже начался дарвинизм. Я бы очень хотел, чтобы перемены носили какой-то политический характер. В 2012 году протест был этическим. Это был протест против несправедливых выборов. Выходили на проспект Сахарова люди вполне устроенные, да, вполне благополучные. Там не было вообще ни одного человека без высшего образования, по моим наблюдениям. Это люди выходили с требованием... Это был политический протест. Это был этический протест. Сейчас это уже протест живота, протест легких. Нечем дышать, нечего есть. Не, да? Вот просто протест низовой. Это совершенно другой характер протеста. И я полагаю, что перемены, такое раздражение, да, это будет именно происходить именно из, так сказать, из снизу, да, из живота. Из живота, из мозолей, да, не из области этики. Нет, это власть не дала трещину. Власть тоже распадается помаленьку, конечно, но трещину она не дала. Мы на пороге хаоса получили? Исторически, думаю, да, исторически. Просто в истории сроки другие. Ну, да. Не следует ждать через неделю, месяц, два. Да? Это может, как мы знаем по там, африканским, да, революциям, да? Азиатским революциям, египетской и так далее. Мы знаем, что это происходит мгновенно, да, и без всякой внешней симптоматики. Вчера все было абсолютно стабильно, сегодня полыхает. К сожалению, мы идем не по европейскому варианту, где наверху идет мордобой в парламентах, да, Брекзит, Трамп, неважно, Германия, Франция, где элиты выясняют отношения очень жестко, но жизнь налажена, да, и есть механизмы смены.
Это европейский вариант. У нас, в азиатском варианте, наверху все стабильно, парламенты стабильные, советы все стабильно, все прекрасно, а полыхать начинает и тлеть начинает внизу. Это довольно вещь неприятная, но в любом случае это, видимо, лучше, чем такая узбекско-туркменская стагнация, чтобы просто все просто вымерло. Выбор, к сожалению, сегодня между вот стагнацией и таким способом перемен. Ну, посмотрим. Надеюсь, что в какой-то момент низовой протест перейдет в осмысление. Потому что пока что, напомню, в Архангельске борются против мусора, в Волоколамске против бухара, здесь против... То есть каждый в каждом месте борется против чего-то своего. Политического осмысления никакого нет. Никакой партии, которая могла бы перевести это, нет. Перевести это в изменение строя нет. Механизмов перевода уже нет. Все выломано, выкорчевано. Там машинка разломана. Поэтому по закону Ломоносова-Лавуазье это раздражение будет выходить вот так. Значит, будут ломать заборы люди, будут бросать гранаты в отделение, поджигать, сбить стекла в «Единой России». Это, конечно, приятно, но это не замена политическому процессу. Вот в этой связи я хотела вас спросить о ситуации в Санкт-Петербурге. Вот вы знаете, что в сентябре там будут выборы губернатора, и самый главный претендент – Беглов. Но в связи с тем, что произошло 1 мая, вот как вы считаете, вот этот разгон демонстрации, которая была разрешена, это как-то повлияет на результаты выборов? Это повлияет на результаты голосования. Это повлияет на людей, безусловно, уже повлияло. Никакой Беглов близко бы не подошел к первому месту в нормальном городе с нормальным голосованием, с нормальными выборами. То есть его выберут? Его не выберут, его назначили уже. Решено, что он будет губернатором. Дальше мы видим по екатеринбургскому случаю, что власть внимательно смотрит на цену, да? Если цена запредельная, то они сдают назад. Проблема в том, что Екатеринбург, в общем, довольно далеко, и власть центральная устранилась. А местная власть совершенно справедливо поняла, что она не будет расхлебывать чужое дерьмо. Да? И решила, что, что цена за этот храм, за прихоти какого-то братка, да, слишком велика для власти. И власть умно дистанцировалась, да? Несмотря на фразы Путина, несмотря на все это, власть дистанцировалась. Там есть некоторые, да, можно сказать, что дала трещину. Скажем так, координации единой нет, как уже была раньше. Никто просто брать под козырек и класть свою там биографию и свободу тоже не будет из жизни ради решений Путина. Этого, конечно, уже этих нулевых настроений никаких нет. А что касается Питера, это для власти... Совершенно очевидно, очень важный пункт. Сдать в этом месте означает просто признаться в том, что ты не контролируешь ситуацию. Насколько мы знаем Путина, он человек угрюмый и понимающий только силу, и разговаривающий только с позиции силы. Всякая уступка кажется ему, всякий компромисс кажется ему, так сказать, сдачей. Это не по-пацански, это не по понятиям. Да? Братки не поймут, если он, да. Вот он совершенно браток в этом смысле. Да и в других тоже, впрочем, но он браток. Вот. И общение с братками, так сказать, хорошо повлияло на его менталитет. Поэтому просто сдать так же, как в Екатеринбурге, в Петербурге, они не смогут. Это слишком очевидно. Путин будет контролировать это, безусловно. Это уступка, как бы. Это уступка слишком серьезная. Это уступка слишком серьезная. Думаю, что нет. Но посмотрим, как будут себя вести петербуржцы. То, что никакой Беглов, никакие выборы не выиграет, это можно поручиться уже. Его видели в большом гробу в Петербурге. Просто нарисуют. Вот, но что нарисуют? Кто будет рисовать? Как будут сопротивляться тому, что рисуют? Кто будет брать на себя ответственность за уголовщину? Захочет ли брать ответственность за уголовщину, понимаете? Это дальше, ведь это же не щелчком делается, да, одним щелчком, одной рукой. Это длинная, значит, череда этих шестереночных передач. Вот захотят ли, да, а потом будет виновата последняя шестеренка, как вы понимаете.
Хорошо, скажите, вот в связи тогда с выборами, как вы относитесь к идее Алексея Навального о так называемых умных выборах? Ничего нового в этом нет. Это тактика Навального в 2011 году. Да. Голосовать за всех, кроме «Единой России». Угу. И мы проголосовали, и мы привели в Думу большую, 11%, кажется, «Справедливую Россию» Миронова в надежде, что будет оппозиция. Какой-нибудь палец мне вам показать в связи с этим? Нет, не надо. Значит, была по поводу этой оппозиции, да? Вот, значит, все. Это безрезультатно? Нет, понимаете, какая штука? Это одна из тактик. И, безусловно, надо голосовать против «Единой России». Но голосовать просто за любого, кто против, я не готов голосовать за фашиста, не готов голосовать за сталиниста. Он говорит из-за того, кто действительно может составить конкуренцию. Ну, естественно, естественно. Дальше мы смотрим реально. Конечно, только так любой нормальный человек только так и поступает. Совершенно понятно, что выборы это, так сказать, не ЗАГС, и ты не идешь с единственной туда, а ты выбираешь из того, что тебе дают. Ну, да. Да, это не связано с единственным на всю жизнь выбором. Да? Это тот, кто принесет наибольшую пользу или, по крайней мере, причинит наименьший вред. Это абсолютно, в этом смысле я с Навальным согласен, к этому надо относиться абсолютно рационально. Другой вопрос, что будет рациональным? И вот здесь я вспоминаю опыт 2011 года, когда мы полагали, что если мы проголосуем за кого угодно, хоть коммунистов, хоть ЛДПР, но создадим какую-то конкуренцию. В Думе мы увидели, что «Единая Россия» пожала плечами, всех купила или положила вниз лицом, потому что это все номенклатурные, так сказать, потому что никакого Миронова нету в политическом смысле, как нет никакого Зюганова в политическом смысле. Это все цирковые. Но это все цирковые. Здравствуй, Бим, здравствуй, Бом. Это одна цирковая труппа. Вот. Это если говорить о Думе. Если говорить о местных выборах, там под флагом Яблока, Справедливой России, даже Компартии, может пройти какой-то более-менее рациональный человек. И, конечно, конечно, это лучше. Конечно, это на низовом уровне, конечно, это лучше, чем «Единая Пока Россия». Что. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос, который сейчас все очень жарко обсуждают и в России, да, наверное, и здесь у нас в Канаде, это выборы на Украине. Как вы относитесь к новоизбранному президенту Зеленскому? Ехидная улыбка на ваших устах я не разделяю. Прежде всего потому, что это вообще не наше дело, не наше и не ваше. Важно констатировать здесь, то есть улыбнуться потом можно, никто не возбраняет. Но есть правильная очередность действий. Правильная очередность действий подразумевает правильные приоритеты, да, правильный порядок приоритетов. Приоритет номер один, исторический. Мы видим, если взять общим планом картину на Украине, Украина окончательно вышла из, так сказать, имперской русской парадигмы. Украина не является сателлитом России. Украина не является, не является. Украина сама выбирает себе президента. Она его научилась менять бескровно. Пару раз, да, продемонстрировав готовность выходить и погибать за свое достоинство. А никому больше это в обозримой перспективе повторять опыт Януковича не захочется. Уверяю вас, да и Зеленскому это просто и не нужно. Это означает, что Украина действительно уже поменяла правила игры. И это самое главное. Еще раз, в Украине прошли равные, честные, свободные выборы, на которых украинский народ выбрал себе президента. Точка. Большая, жирная точка. Дальше подробности. А дальше можно говорить, вот Америка выбрала себе Трампа, а Франция выбрала себе то Саркози, то Оланда. Это уже подробности, это уже крупный план, на котором очень много видно и по которой можно обсуждать, но это уже крупный план, гораздо интереснее общий. Украина вышла из-под юрисдикции России, она перестала быть имперской провинцией. Это самое главное. Дальше впереди довольно серьезные испытания, разумеется, потому что кризис элит, смена элиты тоже мы увидели, как это происходит в одночасье. Какой главный результат? Почему Зеленский главный результат выборов? Не сам Зеленский, а то, что категорически сменилась элита.
народ Украины отверг старые элиты. Он вместо Порошенко проголосовал не за Тимошенко и не за коммунистов. Да? Он проголосовал за что-то новое, совершенно очевидно. Нам на фоне нашего, значит, туркменбаши маленького, да, нашего маленького туркменбаши несменяемого, 20 лет будет этим летом. 20. Это срок уже больше, чем тунисский, значительно, больше, чем брежневский. Да? Это срок уже идущий тихонечко к Мубараку, если не к Каддафи. И по срокам тот же будет, и по последствиям тот же будет, понимаете? И для него в том числе. Так что нам порадоваться за Украину. Вот, и смотреть, что будет. Кто настроен, так сказать, кому будет в радость любые трудности, может ехидничать по этому поводу. Кто расположен с симпатией, будет сочувствовать. Трудности, разумеется, будут, и парадоксы будут. Но это уже парадоксы свободной жизни. Это запах жизни. И последний вопрос в связи с Украиной. Скажите, а вот как вы считаете, российскую делегацию в ПАСЕ вернут? Ведь там вот уже предлагают сербские парламентарии, предложил Шашель, вернут российскую делегацию вновь для работы в ПАСЕ. Как вы считаете, вернется или нет? Я не политолог и не политтехнолог, я не в курсе подробностей. Угу. То, что Европа пронизана российскими агентами влияния, и шредеризация европейской политики произошла очень успешно. Если можно бывшего канцлера Германии прикупить за пару кубометров газа, то уж прикупить сербских. Там на это у нас ресурсов хватит. Да? И Европа пронизана, как, впрочем, не только Европа, но Европа в большей степени, а Европа почти абсолютно пронизана нашими агентами влияния. И предпринимать усилия, да, на то, чтобы закрепиться, они будут предпринимать. Удастся или нет, посмотрим. Когда это будет осмыслено Европой как реальная угроза, а это реальная угроза, да, когда, наконец, они увидят параллели с 30-ми годами, когда, наконец, они вспомнят, чем закончились Чемберлен и Деладье, ну, тогда, может быть, если они не будут совсем троечниками, то и закончится по-другому. Будут троечниками, закончится так же, как тогда. Ну, вот и все. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, нам что-нибудь о вашем спектакле «Какого черта?». Нам это очень интересно. С Адой Роговцевой. Это замечательная история. Год с лишним назад мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Я когда-то давал себе слово, я получал приглашение еще там от Первого канала, когда-то там сериалы и так далее. Ну, физиономия раскрученная, рейтинг есть, когда я был в телевизоре, звали. И я как-то сказал себе, поскольку я именно потому, что я человек театральный, и юность провел за кулисами Табаковской студии, на сцене Табаковской студии, и видел близко и хорошо многих хороших артистов, что-то в этом понимаю, именно поэтому я точно знаю, что я не артист. В том смысле, в котором бывают артисты. А у меня было с чем сравнить. Я жил за кулисами «Современника» в юности, так сказать. С 10 класса обитал в студии Табакова. И видел вблизи Евстигнеева, Даля, Богатырева, Ниелову, так, Вертинского. Это лучшие годы этого театра. Да и мхатовцев видел, и Эфроса видел, и товстоноговских актеров видел. Вот. И я как-то думал, что я никогда этого безобразия со мной не случится. Но тут мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться. Оно заключалось в том, чтобы в Лондоне с Адой Роговцевой играть спектакль, играть в пьесе вполне симпатичная. Мне позволили свою роль немножечко еще довернуть и, так сказать, сделать еще более симпатичной, чем она была. И предложение месяц репетировать в Лондоне и в Киеве с Адой Роговцевой, потом с ней играть спектакль. Я не смог от него отказаться. Правда, я думал, трусовато так думал, лукаво думал, что я сыграю, на память это останется, и пойдем дальше как-то жить. Но спектакль, к моему удивлению, оказался очень успешным, востребованным, и мы ездим с этим спектаклем на гастроли по всей, значит, Украине уже прокатились, поедем в Балтику, поедем в Европу. Да, и в Израиле были с большим успехом, играли этот спектакль.
И я продолжаю, да, и буду продолжать какое-то время играть ту роль вместе с совершенно поразительной Адой Николаевной Роговцевой. Я ее, конечно, знал, как все люди моего поколения. Ну, «Салют, Мария». Кто же не был влюблен в Роговцеву, да, «Салют, Мария», и, ну, не только это, замечательная. Она в отличной форме, и человеческой, и профессиональной. Это счастье выйти с ней на сцену, это счастье встретиться с ней глазами, это счастье получить от нее, так сказать, заряд фантастической энергии. Ей 83-й год. И я должен сказать, что так как такая батарейка там какая-то просто... Видимо, она от сети. Спектакль можно посмотреть в интернете? Вы делали это, запись? Записи есть, но это уже к продюсеру, который, видимо, не хочет выкладывать в интернете. Ну, да. Как продюсеры такие крастолюбивые люди, самому противно. Но, может быть, мы когда-нибудь доедем и до краев. Мы будем надеяться, очень хотелось. Но, по крайней мере, это очень симпатично. Спектакль после его успеха первого в Лондоне. Я много о нем читала в интернете. В него добавилась еще актриса, замечательная актриса Ирина Селезнева, которую мы помним по... Она партнерша была и Гундарева, и Янковского в «Крейцеровой сонате». Грандиозная актриса, которая давно живет в Лондоне. Она играет теперь одну из ролей, так что у меня такие партнерши, о которых, конечно, только мечтать. Только мечтать. Так что вот такое, такая история симпатичная. И вот я в пенсионном возрасте вышел на сцену в драматическом спектакле. Последний раз я это делал в массовке студии Табакова. В 79-80-м году. Вот после 80-го года я на сцену не выходил. И это, конечно, совершенно новое ощущение. Тем более, что залы, в которых мы играем, это большие залы. И я в жизни на такие сцены не выходил. 2200 человек в Октябрьском зале в Киеве, аншлаги. Я никогда в жизни столько публики не видел и не работал. Это, конечно, совершенно новое ощущение, адреналин очень хороший. Я думаю, что в роли черта вы бесподобны и великолепны. Не надо. Не видели, не говорите. Я предполагаю. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы согласились дать нам интервью. Было очень приятно Спасибо. С вами встретиться и побеседовать. До свидания. Всего вам хорошего. До свидания.